колокольный звон в 5 часов вечера в Донской монастырь внесли мощи святителя Луки. За это время у храма собрались сотни верующих. Полицейские установили ограждение и образовался коридор из людей. Под молитвой святыню внесли в монастырь, где состоялось торжественное богослужение. Да. Ну вот буквально. Постояли, пока кафедру почитали. Все. Мощи святого Луки привозят в столицу уже не первый раз. В 2016 году их доставили в Москву, но всего на сутки. Проездом, когда из Симферополя везли в Грецию. Тогда увидеть и прикоснуться к святыне удалось не всем желающим. Около 50 прихожанам. Сейчас же мощи будут находиться в Донском монастыре до 17 мая. Специально для этого события даже несколько ближайших улиц перекрыли. Помимо полицейских дежурит и Семеновский полк, который находится под попечительством Донского монастыря. Военные приложились к святыне одними из первых, а после они же раздавали прихожанам небольшие бумажные иконки святителя Луки. Иконки изготовили на художественном заводе Софрино по заказу фонда апостола Андрея Первозванного, которые стали организаторами привоза мощей в Москву. По опыту прошлых лет очереди из тех, кто желает приложиться к привозным святыням, огромные. Несмотря на погоду, будь то холод или жара, многокилометровые очереди выстраивались и к храму Христа Спасителя, и к другим церквям. И это несмотря на то, что не менее сопоставимые по значению реликвии находятся и в других храмах столицы постоянно. Например, те же мощи святителя Луки есть в 6 церквях. Донской монастырь будет открыт ежедневно с 7 утра до 9 вечера, а после 17 мая мощи святителя Луки перевезут в другой храм столицы – Троицы Живоначальной в Останкине, где святыня пробудет до 22 мая. Елена Волик, Кристина Зайцева, Новости 360.